Вчера в таежной глуши Дзержинского района, второго по величине города Свердловщины, человек погиб в результате явно самоубийственной попытки проехать не на танке, как здесь это обычно, прямо сквозь сосновый бор. В Олегин бор, если быть точным. На легковушке, в изуродованных останках, которые с трудом угадывается, акцентированный Hyundai, утром в 7:30 ехал 25-летний мужчина с 25-летним мужчиной-пассажиром. По версии ГАИ из Нижнего Тагила, то, почему они ехали, двигаясь от Уральского проспекта в сторону улицы Монтажников, вовсе никакая не лесовозная дорога. Людям, незнакомым с суровыми уральскими реалиями, трудно будет поверить, но это тоже проспект. Луганский проспект, от которого по тем же уральским меркам недалеко расположен противотуберкулезный диспансер номер 3 по адресу Монтажников 90. Это ближайшее здание как раз и числится как адрес места ДТП. В 7:40 он приехал вот в этот лес. А там деревья. А он на скорости. В результате ДТП сам водитель. Полученный там скончался на месте ДТП. Пассажир 99-го года рождения получил травмы. Ему сейчас оказывается помощь. Сотрудники на месте осматривают место происшествия. Совместно с оперативно-следственной группой проводится проверочное мероприятие, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Со сломанной ногой и травмами головы чудом выживший пассажир дальше уехал на скорой помощи в ЦГБ номер 1 Нижнего Тагила. Что касается водителя, то лишь результат посмертной экспертизы покажет, в каком состоянии он был за рулем, тараня городскую тайгу.